Прикладно праз два тыдня стане вядома имя Місіс Гомель 2016. У конкурсе примуть удел 15 прыгажунь, якія маюць сям'ю і дзяцей. Сярод тых, дарэчы, наша калега, супрацоўніца службы інфармацыі Яўгенія Савіна, маці двухгадовага Фёдара і жонка нашага спартыўнага корэспандэнта Максіма Савіна. Як ідзе падрыхтоўка да фінальнага шоу, даведалася Ганна Каральчук. Упершыню конкурс «Місіс Гомель» прайшоў у мінулым годзе. А ўжо ў гэтым жадаючых атрымаць карону пераможцы стала амаль у 3 разы больш. На вялікія нагрузкі фіналісткі не скардзяцца, хоць займацца прыходзіцца шмат. Кожны дзень яны сумяшчаюць сям'ю і хатнія клопаты з дэфіле і харэаграфіяй. Первое время, первая неделя у нас была, получалось так, что репетиции выходили на сон. И практически у всех такое получалось, что в обеденное время сон, проблем практически ни у кого не возникало. А сейчас уже подольше, вот сегодня целый день, мы с 9 утра здесь, там макияж, фотосессии, потом позже репетиция в драмтеатре, то есть на весь день бабушка за главную, но вроде сынишка не против. Узрост дзяўчын, якія прайшлі ў фінал, ад 23 до 36 гадоў. У адной з конкурсантак 5 дзяцей, малодшаму ўсяго 2,5 месяцы. У сілу мудрасці і жыццёвага вопыту дзяўчыны працуюць дружным і зладжаным калектывам. Да заняткаў ставяцца сур'ёзна і ўважліва. Прыгажуні паспяваюць і зняцца ў фотасесіі, і нават рыхтаваць відэакліп. Музыкальны кліп. Мы будзем в разных образах. У нас 4 образа. В интерьерах разных, это все будет интересно, и я думаю, будет показываться во время финала на экране, в то время, пока мы будем за сценой переодеваться. Организаторы до финалу конкурсу так само подходят грунтовно. Частка коллекции одежды, что будут представлены подчас дефиле, шиется у самим центре моды и прихожести «Хрустальная нимфа». Вядома, что удел у шоу примут запрошенные артисты, але их имены покуль у сокрете. Головная интрига – кто станет миссис Гомель? Вырашится 8 снежня, коли конкурсантки выйдут на сцену областного драмтеатра. Переможце достанется корона и головный приз у 5000 рублей. Конкурсы красоты будут включать в себя 4 выхода. Из них один будет хореографический, постановочный. Билеты можно приобрести в кассах драмтеатра, а также в первичных организациях БРСМ. Ганна Каральчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».